Здание с пристройками. Этого раньше, конечно, не было здесь. Здесь было маленькое здание без ремонта. Мы едем издалека, с Дальчика сюда. Это где-то каждый день 115 километров, 120 километров получается. Но дети настолько привыкли, и несмотря ни на это, уже вот столько лет ездим, обучаем их. Очень много, как я уже говорил, талантливых детей, которые занимают призовые места.